Деревья – легкие нашей планеты. Всего 10 деревьев выделяют кислород для 30 человек. Одна тонна макулатуры поможет сохранить зеленые насаждения, а также сэкономит 1000 киловатт электроэнергии и 20 тысяч литров пресной воды. Порядка 40% всех твердых бытовых отходов приходится на бумагу. Всероссийский экомарафон «Переработка» – единственный масштабный проект по сбору макулатуры. Акция привлекает внимание людей к ресурсосбережению и вторичной переработке отходов под девизом «Сдай макулатуру, спаси дерево». В этом году библиотека Маяковского присоединилась к экологической акции и принимает от саровчан ненужную печатную продукцию. Могут приносить ненужные газеты, журналы, книги, которые уже вышли, может быть, они прочитали и уже не нужны. Но книги должны быть чистые, без плесени, чтобы они не хранились в гараже и были уже подпорченные. Потом коробки картонные, можно приносить картон ненужный, бумагу, которая, может быть, ненужные документы, уже которые вышли из употребления. Экомарафон «Переработка» построен на соревновательном принципе. Те муниципальные организации, которые соберут большое количество макулатуры, могут побороться за высокое место в зеленой рейтинговой таблице области, получить статус экогероя, а также ценные призы. Поэтому чем больше бумаги вы принесете в библиотеку, тем лучше. Только предварительно обязательно проверьте макулатуру на наличие запрещенных элементов и материалов. Фотографии, ламинированная печатная продукция или, допустим, продукция с какими-то пластиковыми или металлическими элементами включениями, она для переработки не принимается. Также не принимаются упаковки пищевые, которые особенно, на них есть следы пищевых отходов. Также на переработку библиотека принимает бумажную рекламную продукцию, открытки, конверты. Макулатура должна быть хорошо упакована в пакеты, коробки или связана веревкой. Принести бумагу можно в библиотеку Маяковского с 21 ноября по 4 декабря на абонемент в часы работы. Сотрудники библиотеки также приглашают посетить в эти дни тематические экологические лекции и уроки. Подробная информация по телефону 9-94-06. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.